Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил в эфире телеканала 360 Подмосковья в рамках традиционного ежемесячного разговора с жителями региона. Одним из вопросов, который обсуждался в ходе встречи, стала инициатива Министерства промышленности и торговли о снятии запрета на продажу алкоголя возле школ и поликлиник. «Мы должны максимально исключить алкоголь из среды обитания детей. Алкоголь должен быть истреблен из зоны видимости, из легко доступных мест. Я против распространения алкоголя у прилегающих к школам территориях», — сказал губернатор. «25 февраля в администрации Ленинского муниципального района под руководством главы Олега Хромова была проведена командно-штабная тренировка с руководящим составом администрации Ленинского района, с главами городских и сельских поселений по вопросам мобилизационной подготовки, противодействия террористической и экстремистской деятельности, ГО и ЧС». «25 февраля в районном историко-культурном центре Ленинского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию со дня выпуска первого номера районной газеты. Поздравить коллектив «Видновских вестей» пришли руководители администрации Ленинского района, предприятий, учреждений, общественных организаций, с которыми газету связывают долгие годы плодотворного сотрудничества». «28 февраля во дворце спорта «Видное» состоится матч регулярного этапа чемпионата России по баскетболу. Соперницами «Спарта» и компании станут гости из Иваново, спортсменки из клуба «Энергия». В большом перерыве традиционная лотерея с розыгрышем ценных призов и фирменной клубной атрибутики. Ждем болельщиков на трибуны поддержать любимую команду. Начало 18 часов. Вход свободный.